вообще-то, по-моему, какие-то шоколадки с нами выпускали, только я помню. Конфетки какие-то. У нас же была реклама сока, девочки. У нас был клип. Был клип «Апельсиновый рай». Точно. Я же совсем забыла. Бананы, кокосы. Я бы в рекламе часов снялась. Я бы в парфюмах. Ты что, короче? Конечно, мы любим, как все девчонки, украшения, любим дарить, получать в основном. Очень... Да. Да. На такие мероприятия это уже надо пропрактиковать. Уже давным-давно было, как, мне кажется, как делают на Западе. У артистов же ведь много мероприятий. Невозможно появляться везде в чем-то, с чем-то одинаковым. Или покупать каждому мероприятию тоже сложно. Киркоров родил сына? Сам? Я думаю, для мужчины это не страшно. Главное, чтобы успевал следить за всеми детьми.